Семен приехал, правда, он уже за полчаса приехал. Ты машину видел? Нет. О, не видел, видите, крутой. Сейчас будет эмоций. Ребята, ну вот, смотрите, так, сегодня у нас день выдачи Камри 30-й. Семен приехал, правда, он уже за полчаса приехал. Ты машину видел? Нет. О, не видел, видите, крутой. Сейчас будет эмоции, пойдем. Это Семен, владелец автомобиля Камри, да? Да. Вот, 30-й. Сейчас идем машину смотреть. Как там все установили? Я знаю, что там неполадки были с усилителем, но все исправили. Потому что делается все у нас. Вовка настроился, система у тебя это, ну 49 максимум. Угу. Будешь включать и все. Давай, открывай. Сейчас это, с багажника начнем, посмотрим машину с багажника. То есть короб был стандартный за 2000 рублей. Сабвуфер Gorilla Bass. Был GT12. 1200 номинал, литая корзина. 6100 по стоимости, это я то, что знаю. Ну и вот, смотрите, видите, Camry такой серьезный автомобиль, представительский. Там жесткое усиление стоит. Ну, для безопасности все сделано. Вот, ну, наши вот мастера установили вот так вот усилители. А ты сейчас этот, Семен, можешь сиденье откинуть? Мы просто покажем. Провода, это КГшка была, 35-я. То есть основной кабель, который идет из-под капота, это 35-я КГ, приходит в дистрибьютор, из дистрибьютора уже брендовым кабелем, четверкой разводится по усилителям. Усилители Audio Nova. Так, 1500-й. Усилитель один, ну 1,5 киловатта, и другой 4 по 100. То есть 4 по 100 у нас идет на акустику. Акустика у нас в передних дверях.
Это DST-шки были и Loud Sound. То есть это 20.3, LS65 и Dynamic State 9.1. Так, акустика от усилителя по канальной, каждый рупор от магнитолы напрямую. Семен этот купил магнитолу неделю назад у нас и сам ее установил. Вот это вообще круто. Семен, руки такие золотые. Тут салон классный в машине. Вот я первый раз, когда присел в машину, посмотрел, там этот перешито так. Ну, кайфово. Мягко ездить, классно. Давай под капотом. Сейчас будешь включать. Сейчас тут это мы нагрузим чуток, чтобы Семен послушал, прочувствовал. Потому что этот, открывай. Я не... Змея под капотом. Колба, все как положено. Ну, кто-то скажет, что длинный провод и далеко прет. Ну, вот такая конструкция автомобиля, так получилось. Ну, то есть, все стандартно, ничего такого не делали. Ну, что, давай прослушивай. Иди присаживайся, запускай. Включай, который твой какой-нибудь. Хороший трек, который ты хотел послушать. А у тебя до этого штатное все стояло? Да. А машина была какая-нибудь, вот что с музыкой громкой или как? У меня до этого был Fiat. Заряженные, да? Ну, не то, что заряженные, там сам чисто так собирал. То есть впереди штатно здесь стояли GBL-ки, угу. И Edge, и Sub стоял, динамик стоит. Стоял, да. Динамик. Уже отвык, это раньше на 12-ке ездил, там тоже орал, это сейчас, ну, громко и ухи этот. Ну, тебе-то как? Ну, или что? Или сап? Ну-ка, сейчас мы спросим. А, ну, давай. А где Вован? Не, просто, ну, сап можно еще подбавить. Вот басу бы еще чуть-чуть. Да, басу бы можно было. Но как-то этот. А Вонга, еще можно сап настроить? Конечно, на разминке. Это через сколько приезжать? Ну, тогда Семен придется через неделю две приехать. Стены под баллоном в свете неона. Русские соски на трех полосках. Старые косы, глаза там литосы. Хулиган, я у мамы хулиган. У меня есть травмат, я стреляю по ногам. Если ты не делаешь дэнс. Ну, Ван Матершины песни, но включает нам это. Ну, короче, смотри, что сап еще можно добавить, да? Наркотики, да, а? Через две недели Семен приедет, и ты добавишь. Да? Ну все тогда. Давай телефон. Почему-то чудо. Ну. В колонке получается, сейчас тоже, да, не на полную играет. Ну, колонки там уже просто нет смысла добавлять. Там искажение, наверное, будет. Что это? Колонки стабильно работают. Но система сейчас вот именно является полтора часа. На Дроксе. В тебя. Как ты спишь? Как же, что не выбрать теплую печаль? Меня она текла, будто из стекла. Любовь наша высота. В тебя я врываюсь, как о, надо завязывать. Паха, ты потом обрежи. Все. Это, там же сигналка все равно, да, сработала на улице сигнализация. Так что все, пойдем, Семен. Это какая орет, Илюх? Баса сработала? Да. Ну от чего? Сейчас сосед придет. Ну все, что, подытожим? Ну смотрите, ребят, при прослушке, вот как по мне, Семен не знает, владелец, ему долго слушать, мне быстро вот послушали, все. По фронту вопросов нет, играет громко, четко этот. Можно еще добавить, потом Володь добавит, будет лучше. По сабу как бы это, маловато. Может быть еще вот, ну последний трек там уже на 53-54 громко сделали. Как-то уже прочувствовалось, что и вибрация по телу идет. Все, на 49, ну так не давит. Но вот сказали, вот кто настраивал, Владимир, что добавит. Через две недели Семен к нам приедет, добавит и заиграет еще поинтереснее. Потом интересно будет прослушать. Давай ты скажи свои что, впечатления. Время ждал, кайфанул, нет, переживал. Да, я вообще я не ожидал, что у меня это все так получится. Получается, я сначала приехал за магнитолой, потом хотелось... Вообще сначала я поставил себе колонки,
потом поставил себе магнитолу, и вообще я все планирую так вот постепенно. Все так получилось резко, даже сам не ожидал этого. Я очень доволен, мне очень нравится, как играет. Да, вот, Семену понравилось. Ну все, блин, рады были видеть тебя вообще у нас, в нашем сервисе, так что это, будем надеяться. Не то, что будем надеяться, 100% у Семена все будет хорошо, система будет вести себя классно, стабильно, и он потом через весной увеличится. По-другому быть не может. Ну все, всем уральскую пятерку, пока. Jumanji. Shorty down the road, let her go.